Об этом не принято говорить, особенно среди мужчин. Нет у нас такой традиции обсуждать женские дела. Открыть свой рот, научиться разговаривать со своей женой, понимать ее, зная с научной точки зрения, что такое рождение ребенка. Такова задача школы отцов. Занятие для будущих пап в женской консультации. Наставник, профессор, что важнее, зав. Одинцовским роддомом, что еще важнее, отец троих детей, Нарт Кунешко. Рассказывает о партнерских родах, когда мужчина может быть рядом со своей женщиной. Люди все взрослые, разговор откровенный. Профессор не советует видеть все до конца. Мужчины – существа ранимые, яркие краски личной жизни могут потускнеть. Единственный момент – не смотрите момент врезывания и момент отделения и выделения последствий. Ну, там кровь, там последствия. Ну, не все воспринимают это хорошо. Еще одно наставление – по возможности взять отпуск и первый месяц жизни ребенка помогать жене всеми силами. Все это окупится сторицей. Кормила ребенка, да? Но он не спит. Но ей надо спать. Возьмите же, с ней возите сами. Помогите ей. Молодых отцов предупреждает – фигура жены после родов изменится. Это нормально, надо быть к этому готовым. Ибо ваша любимая жена после родов стало не 50, а 85, 90. Это может быть. Но это, вы поймите, она не от хорошей жизни, она этого не хотела. Кроме акушера-гинеколога Нарта Кунешко, с будущими папами встречаются психолог и неонатолог. Но без особого энтузиазма. Мужчин на занятиях пока до обидного мало. Тема ответственного родительства только становится популярной в нашем обществе. Я сам до последнего сомневался, там, искал отговорки, думал на работе задержаться, еще что-то там. Ну, какую-нибудь вескую причину придумать, чтобы не прийти, но все же я решился, потому что в первую очередь нужно мне. Устоявшихся лекций для молодых отцов еще нет. Нарт Кунешко спрашивает, что мужчины хотели бы узнать еще, и сразу записывать темы для следующих занятий. Как купать ребенка, пеленать, делать массаж. Эти знания помогут мужчинам укрепить свои семьи. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».